А теперь смотри сюда, сынок. У меня проблема, и я полагаю, ты мог бы мне помочь. Я не строитель. Нет, я больше думал о твоих способностях диверсанта. Теперь вот это. Это запланированная стройка. А это? Это хозяйство, которое мы искали. Ты хочешь сказать, что этот новый офисный центр у нас на пути? Ты быстро соображаешь. Теперь я направляюсь за пределы города на минуту, и если у этого офисного центра будут стремительные и непреодолимые структурные проблемы, то я... Как мыслящий по-граждански человек, ты бы должен был вмешаться и спасти реконструкцию важной части города. Где бы мне взять побольше таких ребят, как ты? Out of my way, come pinga! Ты должен сбросить по... Пусть вертолет арсит. Ты не попал в цель. Подними бомбу и попробуй снова.
направить вертолет Арси на бомбу, чтобы ее взять. За один раз он может унести одну бомбу. Нажми кнопку и сбрось бомбу. I need a few drinks. You got a few bucks? Thank you.
Alright, Mus. I'm gonna save your Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker Diaz, the bugle master? He's got your boy lugs. Word is your mate tried to jump and didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Ah! Oh, in plain English. Keep your party on. We got him across town to the junkyard. Bloody hell, you nutter! Из-за тебя все мои планы летят к черту. Ты здорово поработал, Лэнс. Он убил моего брата. И что мне теперь делать? Оторвать ему голову? Мы должны уничтожить этого чертова Диаса, пока он не уничтожил нас. Ты разбираешься в оружии? Конечно. Думаю, я тоже рад тебя видеть. Убираемся отсюда.
Разберись с этим, и встречаемся на мосту к острову звезд. Так? Хорошо, ясно.